Привет! Да. Если бы он не был таким, то его бы уже тут съели. Правильно, вот правильно. Линочка, можно его съесть? Она, по-моему, другого мнения. Это девочка или мальчик? Это мальчик. Мальчик. Виски зовут. Как зовут? Виски. Витки? Виски. 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 Ясно. Госпожа Ирина, честь имею. Очень приятно познакомиться. А вас как зовут? Кристина. Саша. Саша. Саша и Кристина. Дорогие друзья, знакомьтесь. Спасибо, лемон сода. Софти. Да, он вообще с Крыма. Да, Крыме. Слушайте, это же сейчас так сложно с животными приезжать. Да. Как у вас? Да, у нас все просто. Все расскажем. Он уже везде был. Мы вообще живем в Грузии. Вот. Но в Индии я жила до этого. Еще с вами встречалась. Да, у меня есть, я есть в вашем ролике, где-то там в 17 или в 16 даже году здесь была, на маркете. Ага. Я рассказывала о том, как я здесь живу и зарабатываю. Я еще не была замужем, у меня еще не было собаки. Все лучше, чем капуста грызть. Дора, значит, она здесь живет, да? Да. И вы здесь живете. Я живу мандрами, да, и мандрами... Снимаю большой дом и сдаю комнату туристам. Пока молодец. Да. Слушай, классно, замечательно, здорово. Сестра давно? Ко мне в гости приехала. Сестра, да? Да. Как вас зовут-то? Карина. Карина? Кристина. Кристина. Вы мои зрители. Смотрим. Вообще. Спасибо. Большие молодцы. Дора тоже смотрит? Да. Про обезьянок, смотрит. Про обезьянок, да, смотрит? Да, да. У меня бабушка моя. Да. Она просто, она говорит, может, мне тоже выйдем поехать и мужа индийского найти, говорит. О, пускай, да. Замечательно, говорит. Хорошая говорю, идея. Говорю, чего зря диван просиживается? Одна сидит себе. Ну уж и Индиан дог. Квад дог, я ее нашла на дороге. She found her on the road. Да, у вас такие изменения за 4 года, да? Ну все, старость приближается, надо что-то менять. Что нам было? Я так рада с вами встретиться, вообще я не представляю. Так что... Здорово. Ну, какие документы надо было для виски-то? Для виски надо, вот как говорила Даша, мы до полета, мы сидели на Украине. Вот, мы полетели с России в Грузию, увиделись с моими родителями. После этого поехали в Украину, увиделись с родителями мужа. И оттуда у нас получилась возможность, мы собрали денежку, чтобы прилететь в Индию. Потому что из-за пандемии, из-за этого всего, это очень дорого сейчас по бизнес-визе, тем более с собакой. Поэтому мы как поступили? Мы, короче, с Украины... Взяли билеты, посмотрели Дашин выпуск и вообще перепугались, потому что, ну как их с кошками не пропустили, да. Да. Но потом мы почитали про то, что это вина Аэрофлота. Это не вина, ну вообще не Индии, ничего, Индия пропускает спокойно. Мы прилетели, когда в Дели, нам до сих пор никто не верит, что нас ни слова не спросили про собаку. Мы ее тащили вот так вот, и нас даже хоть бы ног попросили, вообще ничего не попросили, вообще просто это нереально, конечно, получилось. А документы у вас были в порядке, наверное, у нас да? Мы все полностью. Единственная трудность, стресс ужасный был, то, что нам ног не согласились выдавать. Они передают в платную контору от этой же конторы и говорят, чтобы платили $160. Так что кому надо, у меня есть контакты человека, который делает тот же самый ног, просто за деньги. Мы сделали за $116. $140. $120 нам вышел. Потом билеты вышли у нас 3000, это 6000 рублей на собаку. В общем, нормально мы так потратились. Ну, вот. У Даши вся эта катавасия с котом 80 тысяч обошлась. И в итоге она вообще... все равно не прилетела, эта кошка. Да, золотая кошка. Ну, там из-за того, что им надо коронавирус тесты сдавать, да, а ему нет. А еще этот документ не GFT просят, этот же. А у нас не просили.
может, как вот люди пол меняют, может, кошки поменять пол на собачий и сказать, это собака. Но правда очень... Себя идентифицировать как собака. Да, да, она считает, что она собака. Не, ну вообще, конечно, то, что в Индии признали кошки переносчиками, это ужасно, конечно. Так, сразу тогда вы сказали, что если что, к вам обращаться, куда к вам обращаться? Я смотрю, у вас такая же камера, подозреваю вас в блогерстве. Это все из-за вас. Я услышала ваши слова, что... Девушка танцует и очень даже весело танцует. Ну и хорошо. В каком-то из ваших видео я услышала, что... как вы сказали, каждый ленивый блогер, как? Нет. Сегодня только ленивые не блогеры, только, да? Сегодня только ленивые не блогеры. Я говорю, а что нам терять? Мы же не ленивые. Да. Смотришь, молодежь все на телефоны снимают, на камеры. Я говорю, Саша, надо искать камеру. Мы смотрим в интернете много камеры. Вот эти DJI и все остальные. Sony, конечно, хвалит, что... Я смотрю, ваше видео очень приятная картинка. Все, я говорю, давай снимать. Тем более мы с собакой, всем интересно, как он. Ой, это выживает. Да, это важно. Ему надо виски, да. Надо открывать инстаграмчики, да, там да. Каналчики. Как у вас канал-то называется? Алекс и Кристи. Александр и Кристина. Короче, да. Александр и Кристина. Все? Нет, да. Наверное, надо как-то начать с виски. Да, мы хотели виски тревел назвать. Да. Виски это очень как-то так, ну, интригующе, скажем так. Виски тревел. Да, была. Пьешь, не пьешь, но виски. Любопытно, что ж такое-то? Приличные люди, а канал называется «Виски». И зайдешь все равно. Или путешествуем с виски. Тоже думали, как-то... Вояка можно принять, что мы... Очень долго. Ну, а название ж можно все равно менять, если что. Многие блогеры в процессе переобуваются. Да. Вот так выглядит наш канал. Долго тоже трудились над оформлением, над всем. Потихоньку растем. Сколько у вас уже... Ой, нас, мы только месяц. И, ну, у нас уже почти, сколько, почти 300 человек. Ух ты! Скромное начало. Ну, просмотры неплохие. 500, 800, 1600. Отлично, нет, да, отлично, отлично. Мы как бы рады. Я стараюсь, я сижу. Просто у вас хотела столько советов попросить. Как вы все успеваете? Как вы успеваете в день по 3-4 видео скидывать? Я просто... Сама не знаю. Просто такая молодец. Я просто знаю этот труд, да, теперь. Я вообще говорю, это как можно весь день снимать? Вы всю ночь работаете? Ну, перманентно я работаю, да, все сутки, короче. Или я снимаю, или я монтирую, или я загружаю. Такой интернет еще здесь по полгода загружается, я не знаю. Это вообще такое терпение надо иметь. Вам огромное спасибо вообще. Плюс еще перебои со светом. А вы где остановились и надолго ли? Мы в Верхнем Мандраме, мы приехали не меньше года быть здесь пока. Тогда что. Покупайте сами интернет, берите вот у него телефон, пусть он проведет, интернет летает, вот этот покупной, то, что мы роутер купили. Вот этот у вас, да, который... Нет, большой такой, нам через провода провели. А нам тоже провели, просто мне кажется, на него, наверное, дороже платить надо. Сколько вы платите в месяц? Платим 1000 за 200 или 300 гигабайт. И плюс вот за проводку нам 7000. Mm-hmm. В общем, у нас вышло 8, и потом ежемесячно. Ну, просто со временем тариф чуть-чуть повысим. Да, у нас, да. Видимо, самый минимальный тариф, самый медленный. Но вы провели уже, да, этот, да, вот роутер проводной? Мы живем мандрами верхнего, надо вас в гости пригласить обязательно. Посмотрите, обязательно, конечно, дом. Да, поедем. Да, мы живем там на окраине. Вот, у нас там уютная крыша, можно посидеть, что-нибудь пожарить. Вот, и большой домик. Потом расскажу, за сколько снимаем, и все покажу. Отлично, да, сделаем рум-тур. Да, рум-тур. Да, мы вкусно готовим, обязательно вас угостим. Так что мы вегетарианцы. Мы знаем. Я вас уже 5 лет смотрю, все знаю. Я как за вас переживала, как вы эту ванну в фотопарке ставили. За все, я говорю. Каждый раз, когда готовлю, все, я говорю, так, Ирина мне включай. Ну, потому что единственный блогер, который выставляет много видео в день. И как бы всегда интересно смотреть. Вот эти все ваши приближения на птички, всякие люди, кто... Это
Ну, я не знаю, это классно, это да? Прикольно. То бишь, вы считаете, нет, ну, можно я на «ты» тогда уж? Ты считаешь, прерываться не надо, да, только потому, что сегодня я задумалась, думаю, ну, может, взять дня 3-4 выходных, вроде и снимать особо нечего. Нет, не стоит, знаете, да? Сколько людей сидит в России? Как на сериалы, да, подсаживаются? Все, как на сериалы, да, к вам подсаживаются. Несмотря на то, что практически один и тот же «Арамболь», но его так все любят и готовы каждый день смотреть. Я вообще... сама живу здесь и смотрю вас же. По этим же дорогам езжу, и все равно классно смотреть. Так, ну, много мест узнаю. Что сейчас в «Арамболе» происходит? Да. Ирину включаем, смотрим, да. Актуальная информация. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Да. Ну, потому что «Арамболь» мы редко приезжаем, из-за того, что тут очень много собак. Мандрами собак почти нет, и его мы отпускаем, он бегает там спокойно. А тут, ну, опасно. Ему не холодно? Не change place? Нет, он тебя приглашает в другой ресторан? Что случилось? Вы в каком ресторане сидите? Olive Garden. Olive Garden. А, это другой ресторан, Оливгарден. Надо, значит, поменять. Можешь поменять? Чего поменять? Конечно. Потом узнаете. Ну, я пока отключаю. Секрет у вас какой-то секретный? А чего он ушками-то трясет? Он мерзнет или чего? Он тоже переживает. Я трясусь, и он трясет. Да вы чего? Я сейчас затрясусь. Виски. Просто мы уже столько здесь, почти 2 месяца, и я говорю, все, надо с ними встретиться. Вы, по-моему, в Гакарну ездили, да? Да, да. Да, мы посмотрели немножко, тоже но, хотим туда съездить. Но вы мне написали еще 2 недели назад, да? Да, да. И я не помню, чего тогда. Но мы сказали, что будем на связи. Мила, знаете, с собакой, у меня здесь индийская собака живет. Yes. Похож yes. на иранца, one time, говорит. Правда, вы тут закрытыми глазами почему-то получили. Ага, ну теперь надо будет, ну, наверное, в той же бандане, что и сейчас. Отлично. Да, так что память. Хорошее время было. Да, хорошее время, все было открыто. А Саши тоже, кстати, на шаха Ирана похож. Да, видели шах Ирана действующий, который сейчас? Да, много раз ему говорили, что он похож на этого шаха. Помогите перевести, как будет универсальное лицо? Так, надо в транслейтер быстренько. Да, есть транслейтер? А у нее одежки-то, у него одежки-то есть? Он не любит вообще. Мы даже когда он по снегу бегал, он вообще ни в какую. Ему уже 3 года. Вот она, девушка-красавица, которая танцует. Индианка же, да? Индианка? Да, одна да. На своей волне с сигаретой, с пивом. Рыжие волосы. Но они выбеливаются иногда. Саши тоже, кстати, выбеливался в молодости пару раз. Он мне недавно показал свою фотку. Оказывается, такой весь это модерновый парень был, да. Да, я и не думала. То он косички заплетет, то выбелится. Пишут, там Ирина про вас сказала. Одну секунду вы там сказали просто, что там мне девочка написала. Да, и да. Люди мне уже пишут в канале. Мы сок пили, смотрю, девочка на байк садится, а к ней собачка запрыгивает на подножку. Не на байк, а на скутер. И я думаю, а может быть это та Кристина, которая мне написала, собачка она. Да. Ой, сегодня закат вообще, красота неземная. Красота неземная, употребляете слово? Начнем. Это же арамбольская аутентичность. Royal Life теперь употребляю. Правильно. А давайте в ряд же надо садиться. Все, садитесь сюда в ряд. Смотрите, какой закат-то. Да, конечно. Каждый день сюда на закат.
Вообще. Я свою поролонку потеряла. Но сегодня сильный ветер. Мне кажется, поролонку будет задувать все равно, даже вот то, что есть. А ты этот спонжик для посуды-то купи. Есть? Был, да. Мне там подсказывали тоже всякие блогеры, как что делать. Вон, обрати внимание, как устроена уже поролонка. Да, вообще все грамотно сделано. Постоянно это снимаем, одеваем, снимаем, одеваем. Я на резинку. Нет, скотч, вот так надо. Да, на скотч. I ask this guy, sorry, my English. But I ask this guy, why more religion say about I trust only one God? One God, one God. Full world have only one God. Но они все прям здесь. Ну да. Чего они все скопились? Сегодня, скорее всего, будет тачдаун, а они мешают. Сейчас Саши, наверное, всех разгонит. Нет, он просто сам отошел. Он умный, а мы сидим такие, как Барри, да? Давайте нам другой театр. А он отошел, неленивый, самый неленивый. Мандрем. Паровозики. Я смотрю, немножко отличается только, что 4К у меня написано. А у меня была 4К, но я все равно в 4К не снимаю, поэтому... А почему DJI не снимает? Вы не себе купили эту камеру? Я себе купила, я все на нее настраиваюсь морально. Серьезно? Да. Я думаю, все жду, когда же там что-то, извини, вроде тоже. Ну, я говорю, что я самый отсталый блогер в мире, и я не кокетничаю, не шучу, пока я до этого дойду. Туда-сюда дергаешь и... Мастер-класс, короче, от старых блогеров молодым. Передаем мастерство. У вас опыт побольше. Как из веревочек и палочек сделать ресторан, магазин и канал. Я пока сама разобралась в этом Ютубе. Хоть и молодая, но я там вообще еле-еле. Куда что нажимать? Что такое творческая студия? Что такое вообще? Для меня это было так сначала сложно. Но они все усовершенствуют, еще сложнее вот сейчас стало. Раньше было попроще. Но я тоже, я уже даже когда у меня было достаточно подписчиков и просмотров, я еще год или два не ставила на монетизацию, потому что мне было страшно. Вдруг я что-нибудь сделаю у меня вообще удалю сама свой канал. И ага. Думаю, лучше я без денег буду сидеть, но чтобы канал был. А как они вообще, вот эта вот автоматизация идет? Ну вот сейчас же она сразу автоматически что-то выявляет внутри видео. Ты можешь исправить? Оно же не удаляет сразу. Нет. Просто мне кто-то говорил, если ты отправишь видео, а там просто будет кто-то может за тебя получать деньги, типа, если там музыка какая-то вставлена. Вот музыка, они, да, вот сегодня я, например, вот, кстати, я не знаю, что будет вот с этой громкой музыкой, тоже может быть... Скорее всего. Сегодня я открыла видео из церкви, вот там у нас целые сутки пуджа. И мне прислали сообщение, у вас две лицензионных музыки, значит, на них уже монетизация будет получать хозяин. Да. Хотите удалить музыку или удалить весь этот кусок, или хотите просто отказаться от монетизации? Но мне хотелось, чтобы как бы это была живая эта музыка, и я написала просто, что я отказываюсь от монетизации, пусть получает хозяин. Ты, боже мой! У нас... Да еще нафоткаемся! Блогеров-то и блогеров! Thank you, sir. Ой, Саши, у вас вообще тоже находка. Ой, молодец, да. С ним не заскучаешь. Поддерживает, шутит, юморит, разговаривает, общительно. Супер. Вопрос Саши. Пришлось ли ему привыкать, долго ли привыкал, или все он так легко воспринял эти съемки, направленность камеры на него,
что он там занимается, ну, бытовыми вещами, и тут его снимают за этим. Ну, как говорится, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Потому что, мне кажется, каждый индиец, он просто артист, рожденный для Болливуда, поэтому ему и привыкать не надо к камере. Вот только на... А сейчас вообще мне очень нравится, вернее, поначалу замечала, только начинаем ругаться или еще что-то, выяснять отношения. Я достаю камеру, он такой: о, стоп, камера, мотор. И танцевать. А сейчас он вообще внимания не обращает. Снимаю, не снимаю. Мне это нравится, потому что он мне, в принципе, не мешает. Творческого человека легко сбить с творческого пути и с настроения творческого. Должен быть кураж какой-то. Или хотя бы... Естественно себя ведет, не играет. Не играет. Нет, нет. Из Украины. Я говорю, чем-то вас удивить. Боже мой. Beloved Ирина and Шаши. This is little gift from... Кристина, Саша and Виски. All the best. Любимые Ирина и Саши. Это маленький подарок от Кристины. Ну, this виски, this виски. О, open, open. Там виски говорит? Это его любимые конфеты, коробки. Покажи. Вот все, что осталось. Детям Каривка, а вот как... не знаю, цикорий остался. Вы пьете цикорий? Цикорий, цикорий. Ну, теперь будем пить. Да. Так, давайте сразу проясним. Не осталось, не остатки, а мы просто купили побольше, да, чтобы да, для... Если встретим хороших, замечательных людей, чтобы сделать... Хрен! Во! Супер! Здесь же мне хрена-то и не найти, потому что еще горчицу можно, а хрен не найти. Да. Спасибо огромное. Да, мам, потому что вы очень любите готовить. У вас люблю. Есть отдельный блог про вашу... Ой, папа, смотри, смотри. This is for cooking. Папа will be cooker. And мама will be cooker. Все хорошо. Ой, как красиво. Давай, одевай. Я помогу. I know. All right. Спасибо, ой, красота такая. Сделать приятное хорошим людям, это же вдвойне приятно. Спасибо. Мы любим готовить, мы очень много дома сами готовим. И еще там конфетки с ликером, кажется. Тоже, mm-hmm. тоже рошеновские, тоже орел. Да. С вишней, а еще вишней. Магнитики. А он не все, что ли, достал? Нет. А чего же это он так? Я не знаю. Так. В общем, тут еще вот конфеты немножко. Вот так. Да, вот так надо. А это с Грузии, с Батуми вам магнитик. А, ну он любит магнитики, он любит. Он уже и здесь хозяйский стал холодильник магнитами. Ты виски-то раздавили? Виски бедный. Все, пока. Пока. Пока, мама. Спасибо. С этой стороны Львов. С Украины. Ага. This is magnet, папа. Two magnets from Ukraine and Batumi. Batumi city, you know, in Georgia. Yeah. Beautiful looking. I have my best friend from Ukraine. He live in Odessa, but now they live in Germany. I met them in Germany when I lived there. Very nice people, husband, wife, both. Yeah, Ukraine this yes, but the Batumi city, you know. Yeah. Okay. Он занял столик. Думает, что мы поругались. Почему? А мы плед не взяли? Чего не взяли? Плед я не оставила. Для него? Вполне возможно сходить за пледом. Она тоже блогер. Ты, Роза, популярная теперь на российских каналах. Да. Розочка, теперь у нас. Как тебя зовут? Кристина. Очень приятно, мне зовут Роза. Красивое имя. Настоящее имя зовут Давида. Как? Говита. Говита. Да, это индусский имя, не русский. Русский Роза. Потому что русские девушки любят Роза. Как Говита. Very strong. From Tanani. Tanani. YouTube page. Yeah. Ты билята? No, I don't go. Продает вам просветку. Да,
Можно тебе да. на руку брать? Хорошо, Женя, там, смотри. Спасибо. Не любит. Да. Все, я часы-то редко ношу, потому что пока на байк едешь, они болтаются. Роза, молодец, да? Обмен. Неземная красота, скажи, да? Так, так тут вот говорят. Она... Красота неземная, супер-пупер. Супер-пупер. Смотри, не путает даже, да, вот рот. Ты, говорит, красотка, и ты красавчик. Он, ну, сложный же русский язык, окончания вот эти, да. Ей сказать красотка, тебе сказать красавчик, а не перепутала. Знаешь, в каком, роду сказать, да? Да, да. 24 годика всего. Ну, она уже 10 лет здесь работает. Было 23, да? 23, да, когда мы познакомились. Когда у тебя день рождения? А, 9 июля? Да. Будет 25 потом. Угу. 24 кончится и будет 25. Да, да. Но Мэри? Потом. Потом? Суп с котом. А что это? Пекла тортик. Да ладно. No, I make a cake. Так, смотрим. Мы его транспортировали на. А ты это, включай камеру там. О, какая красота! Камеру, ты камеру. А сфотографироваться всем на фоне тортика. Давайте в ресторане сядем, отчаем. We can come home and then we can. Да. Да, да, может быть. Как это вы? Вы, наверное, не сами. Вы сами? Не верите? Да, у меня дома мультиварка, и я... Да ладно. Да, спекла. У меня оставался мак тоже, деликатес для Инди. Вот с маком приготовила в такой... Сегодня же у нас праздник, как говорится. Ты снимала, как ты готовила? Да, у меня есть, как я готовила. Все, пришлем видео, то, что это... Я в Инстаграм отправляю. Это ее рук дело. Ой, ну вы мне пришлите ваши тогда Инстаграмы, и вот это вот все, Я вас очень часто отмечаю в Инстаграме, потому что мы были в Арамболе, в этом магазине, где вас рисовали. Я случайно мимо проезжала, такая, ко мне показалось, или Ирю Саши рисовали? И этот художник сидел, вас рисовал. Я говорю, о, ничего себе, вы, по-моему, в Гакарне были в Москве. Идемте, познакомлю с котами за $7000. Да? Виски, вот ты сколько стоил? Виски всего 500. Вот посмотри, у меня 21 тысяча бегает. И долларов. Всего сразу, кушать. Виски вообще с кошками дружат. Мы ходим к одной семье, у нее тоже у них две белые кошки, но они уже вообще дружные. А эти же вас боялись раньше, да? Ой, они всех боялись, они такие были закомплексованные. А сейчас? А я все. Вот видишь, как они классно сетку от комаров натянули? Да. Классно, да. Посмотри поближе. Вот я хочу такую сетку. Смотри, как. Скажи, хозяин. Очень ровно. А, все, да. Видишь, технология. Не, ну такая... хоть не залетают, да? Да, ну конечно. Сейчас. Вечером так и хочется открыть на распашку к Сергею. Ну... Виски, заходи. А громадная. Там еще спальня тоже можете посмотреть. Все, хочешь корма? Да, я поднижусь. Ну, мясо есть свежее. Корм дороже, кстати. Да. А такого не хочешь? Кёрт. Кёрт он тоже не ест? Ладно, понесла борчатам моим. Мои борчата едят.
Нате. Его монтировать у меня много, там надо сложить все рецепты. Ну вот я с мультиварки достала торт. Понятно. Да. Это доказательство, что да, сама да, приготовила. Да. А я просто смотрю, какая-то у вас интрига с соседним кафе. Я думаю, может, вы заказали приготовить. Не, мы думали, что мы будем сидеть в ресторане, кушать, и мы как-то сюрпризом принесем. А вы просто там спрятали. Да, мы там у них холодильники положили. Я говорю, когда я вам скажу принести. Иначе бы он бы... Да, и все. Ну, мы сейчас сходим в ресторан. Попробуйте. Мы просто тут немножко занесли ваши подарки и споткнулись о пиво. Отлично, надо запомнить. Смотрите, счастливый такой. Baby happy. Он выглядит уставшим. Он, наверное, сегодня стресс получил. Эти собачки. Три годика ему. Он смотрит на котиков, а там маленький кричит: «Вы там не зажрались?» А у него что-то с ножкой, да? У него с ножкой, его, видимо, собачки покусали. Ну давай, слезай. Он вообще боится до сих пор, вот что до него дотрагивается. Я тебе сейчас дам еды. Ты не хочешь, что ли? А чё орал-то так? А где виски? Виски-то мы не забыли? Виски дома не забыли? Виски аутсайд. Виски аутсайд. А почему он не реагирует на наших прекрасных котиков? Ну пошли, пошли ням-ням. Больше всего мои хейтеры любят ням-ням, когда я ням-ням. А сколько время сейчас? Вот time now. Сейчас 19:40. 19:40, 7:40. Народу немного. Мы идем в Кинару ресторан. Как ресторан называется? Кинара. Кинара means corner. Конор? Corner, like this, Kinara. Кинара это значит как угол. Угловой ресторан. Да, он как раз на углу. Nice location. Иди сюда, говорит. Yeah. Теперь спина Саши на двух каналах. Намаскар. В другую сторону крутится. Вот Кинара ресторан. Можно здесь или за столом, как вам больше нравится? Как вы скажете, как вам? Да? Ну, мы вот здесь вот любим. Смотри, быстро. Малай кофта. Дал фрай. Дал фрай. Зира райс. Зира райс. This one is paneer butter masala. Butter thodi choti choti plate de do. Loke ji, аж за край так наливают. Да, большие мисочки. I tell him to give a small plate for chapati. Да. We can put for example. Малай кофта make half, да. No, first your wife. No, all came eating together. Nobody eat before. We all eat together. Такой красивый цвет. Это малая кофта, это тефтельки из картошки и панира. И плюс такой немножечко, вот иногда малай... сладковатый соус. Ты пробовала малая кофта? Не готовила?
будем готовить на наши каналы. Да, я сейчас очень счастлива слышать это. Нет, я очень много по вашим рецептам готовила и панир, училась дома готовить. Can I try? Панир делала, пробовала в Грузии готовить панир по вашему рецепту, но там панир совсем другой. Там турецкий панир, и он чуть-чуть соленоватый все равно. Здесь же панир нейтральный, его можно и сахарить, и солить, как бы. Да. И он всегда вкусный. А там он такой соленоватый, чуть разваленный продается, что, ну, так идеально не получилось. Но все равно передала эту индийскую изюминку с этими всеми специями. Главное специи, да. Да, там что-то помидоры надо было в блендере вместе с зеленью совсем, да. Так что мы тоже ваш и тот канал всегда смотрим. Саши, I say before, I don't know, before maybe 2 weeks, and Sasha have problem with legs. Yes. And everybody try your food. This one, my dream. Try your food. Обязательно попробуем. Да. Джинджер, лемон, туласи, хани, чай. Only without sugar. Вам надо сахар? Первый испытатель. You first try. Тест, тестер, you тестер. She prepared herself. Терпимо, есть можно? Very, very tasty. Сейчас. А там, я не знаю, интересно, мак чувствуется вообще? Очень вкусно. Чувствуется, кстати. Даже? Огромный такой, да. Очень вкусно. Там манго, да? Манго, виноград. А сверху чем насыпано? Кокосом. Кокосом и просто разломала верхний этот. Корж. Верхний корж разломала и полностью окунула в этот, продают как он. Курт? Нет. Не курт, курт бы невкусно получилось. Да, я согласна. Потом поняла, а вот этот вот то, что они продают как он. Дахи, йогурт? Дахи. Не-не-не, не дахи. А этот, который в фрукты наливают в салат, как он? Как крем. А, крем, ну просто крем, да. Как ага. Крем, да. Угу. Там нейтральный тоже такой. Сливки. Да. Чай без сахара. Чай без сахара. Если надо сахар, я дам мед. Идеально. Тортик он. Вот я тоже так подумала, что к тортику не надо сахар сыпать в чай. Тортик удался. Удался, да. Спасибо большое. И сюрприз удался. Очень, очень неожиданно. Внезапный такой торт. Думаю, что у них там за переговоры с этими официантами? Может, сейчас индюшку какую-нибудь? Вегетарианцам. Да. Очень вкусно, спасибо огромное. Спасибо. Смотрите, какая красота неземная. Спасибо вам. Мы очень рады, что с вами познакомились. А вот так же ты же не для Ютуба снимаешь? Это Инстаграм. А. Да. Мы так Instagram. Друг друга краем глаза видим из-за своих камер, да, гаджетов. Туда и туда, я две камеры, собака и все вот это вот. Потому что в Инстаграме много людей просят побольше видео. Потому что там актуальные. Я могу прямо сейчас отправить и все. Аж над Ютубом надо сидеть, монтировать, там, думать, что вставлять. А здесь я быстро. Пару слов отправить. Что ты там думаешь? Вам надо немножко... Мультиплатформенный блогер. У вас Инстаграм есть, я на него подписана, и много раз вас это отмечала. Ну, там где-то вот увидела вашу картину, в сторис сняла, отправила в Инстаграм, вас отметила, думаю, может, увидят. А я не читаю там ничего. Я только иной раз там раз в 2-3 недели скину фотку, да, я даже не читаю ни комментарии. Но я просто не прижилась. Старое поколение, я как бы вот прижилась ВКонтакте. Не, вам надо, может, показать 1-2 раза, и вы поймете, просто хотя бы там... Просто камера снять 3 секунды. Людям уже будет интересно посмотреть и в Инстаграме, и в Ютубе. Потому что пока в Ютубе подождешь это видео, да, уже в Инстаграме актуальная информация как бы есть. Вот. Ну, молодежь сейчас так делает. Всякие разные интересные видео там снимают. Потом все покажу. Будем. Хорошо, будем делиться опытом.
Но так или иначе, у вас, тем не менее, и без этого даже регулярно выходят каждый день актуальные. Тут... Я плодотворная, да. Работоспособная. По день ловить. Однажды был период, возможно, может быть, скорее всего, приболели вдруг. И 1-2, там, может, от силы 3 дня не было видео. Было. Вы заболели. В Джайпуре. Да, в Джайпуре вы лежали в отеле. Да, может быть, неделю целую не было. Не брался утверждать, то, да. И Кристина так. Все, у меня стресс. Да, ломка. Стресс. Да. Видео, что с ней случилось? 3-2-2 видео. Тихо, встреча. Не кушать. Ой, бедный, он такого не видел. Наш младенец умчался, зафырчал, умчался от вашего виски. Nice to meet you. Thank you. Ага. Many parties. Да. Родственные связи. Как будет сосед? Сосед? Neighbor? Neighbor. Yeah, we are neighbors. Neighbors, да. From the heart, very near. Да, и от сердца, соседи, от сердца. Вот, ну, мне интересно просто, как ты упакуешься с тортиком и собачкой. Ты хочешь смотреть? Мы оставшийся торт поделили напополам, потому что нам слишком много, если... Давай я тебя... Давай. Все, скоро снова увидимся. Ой, эти блогеры, две камеры, одна на другую. Вообще... Буквально месяц назад я не думала, что я такой буду. Пошли. Ты вообще приловчилась, ты уже все так это умеешь скрытно снимать. Потому что я в первые разы немножко не ориентировалась. Ориентировалась, как держать камеру, чтобы полностью человека было видно, знаешь? Не, у меня тоже поначалу-то так же, были проблемы. Голову обрезаю, то ёй, да что ж такое, такой хороший там был случай, я голову человеку обрезала. А как еще говорят, заваливаешь горизонт. Да. Но горизонт я всегда заваливаю. Так, ну и как же это? Фото. No, I will send you. Okay. Так, ну давай вначале торсик подержим как-то. Не-не-не, хотя... Давай. Папа, держи тортик. Сейчас я сначала это стелю. А еще я ему повязку. Мне все подписчики говорят, что уши продует, отит будет у собаки. А-а-а. Вы так едете, уши продует и будет отит. И это... Да? Possible. Раз они так приехали, было possible, значит и сейчас possible. We love you. Все, давайте, счастливо. Рады были познакомиться еще раз. Давай виски. Ой. Мы же вроде уже друзья. А были друзьями целый вечер. Пока. We are lucky. Нам везет на людей. Вообще у нас... Так много хороших людей. Ну все, друзья, счастья всем, здоровья, добра, процветания, гармонии, радости, хороших друзей, хороших встреч, любви. Ну дам я тебе вискоса сейчас, дам. И всего самого наилучшего.